Добрый вечер, сэр. При всем уважении, сир. Сэр, с возвращением. И тебе удалось добыть великий камень. Действительно, я могу положиться на тебя. Никогда не думал, что доведется держать в руках великий велкинский камень. Но, конечно же, его красота лишь маскирует его смертоносную силу, как и у всего, что создано Айлейдами. Теперь нам осталось найти всего один предмет, и мы будем готовы открыть портал в царство Манкара Камарана. Мне надо было догадаться раньше. Это противоположность великому велкинскому камню. Помни, первые два предмета противопоставляют друг другу власть Дейдра и власть богов. Велкинские камни содержат концентрат энергии Мундуса. Их противоположность, сигельские камни, используются для удержания врат Великий сигель. Тебе это не понравится. Джоффри это уже не нравится. Именно. Я же сказал, тебе это не по... Я знаю, риск велик, но у нас нет выбора. Единственный способ вернуть амулет королей... Нет, я лично возглавлю оборону Брумы. Помнишь нашу первую встречу в Квачче? Я сказал тебе, что не хочу быть частью какого-то божественного плана. Я все еще не уверен, что этот божественный план существует. Важно только то, как мы действуем. Таковы были твои действия в Квачче. Тебе пришлось действовать за богов? Я не знаю. Пожалуйста, друг мой. Я объясню тебе свою позицию. Надеюсь, теперь ты меня понимаешь. Я боюсь, чтобы убедить ее... Хорошо. Пусть она встретится со мной в часовне Талоса для проведения военного совета. Приветствую. Какие новости из храма Повелителя Облаков? Воистину отчаянный план. Этот принц? Император? Мартин готов рискнуть судьбой целого города, чтобы заполучить великий сигельский камень? Это единственный способ остановить вторжение Обливиона. Должна признать, никто еще не говорил со мной о победе над Дейдра. Эта война оказалась мне безнадежной, но что нам оставалось делать, кроме как ждать, пока не найдется герой, который спасет нас? И теперь появляется наследник трона, скрывающийся в храме Повелителя Облаков. И, может быть, герой тоже? Ты уходишь от ответов на мои вопросы. Хорошо. Не думай, что я сомневаюсь в тебе. Правители Брумы всегда имели тесные связи с храмом Повелителя Облаков. Мы знаем, кому они служат. Я встречусь с Мартином в часовне. Когда все будет готово, я прикажу своим людям прекратить закрытие врат и готовиться к битве. Пойдем со мной в часовню Талос. Какая радость для меня. Это великолепно.
Добрый день. Еще увидимся. Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмера. Да? Среди альтмеров есть могущественные маги. Ситуация может стать опасной. Прощай. Как поживаешь? Если защитник Брумы готов к битве, да будет так. Теперь судьба Брумы в руках богов и в твоих руках.